Так, прекрасная, радостная новость. Мы уже покидаем Вонунг. Хочу с вами поделиться классной, класснючей новостью. Вот, вот этой вот папочке все наши документы. О, это просто прекрасно, друзья. Это такое ощущение просто волшебное. Теперь мы арендодатели, официальные квартиросъемщики. Ну, еще, конечно, наполовину, потому что сейчас идем в джоб-центр, и там будем показывать им наши документы. Так. Вас прошу не лениться, ставьте лайки, и мне очень интересно, кто меня смотрит. Друзья, вы живете в своих собственных квартирах или тоже у вас аренда жилья? Так, с интересного я могу вам сказать, сколько стоит наша квартира. Алена, мы сейчас в джоб-центр или ты куда? А что ты там? Так вот, мы пошли так. Сейчас я Алену ориентирую. Аленочка, открой мне, пожалуйста, там, где сколько стоит наша квартира. Наша квартира, в которой мы будем жить в ближайшее время. Сейчас мои хейтеры там с ума сойдут. Не-не, дальше, там цифра будет просто, 500 там с чем-то. Забегая наперед, хочу сказать, так как мы с Аленой не одна семья, то у нас считается как два разных договора. Ну, везде фигурирует мое имя, имя Алены и Олеся же, конечно. Итак, квартира в месяц у нас стоит 525 евро. Также у нас там прописан тариф за электроэнергию у нас 60 евро. Я представляю, это какие же выплаты мы будем получать, если все, короче, будет сниматься. Сейчас идем в джоб-центр, потом сниму вам видео еще, когда там буду в джоб-центре рядом или где-то с ним, расскажу, чем же закончилась наша эпопея по поводу того, что мы сейчас будем оформлять кауцион. А Алена, сколько у нас кауцион? 1000. Да, 1450 у нас кауцион, и, конечно же, этот кауцион у нас будет сниматься ежемесячно, ну, где-то примерно по 50 евро в течение года. Ну, сейчас мне умники скажут, ну, когда вы будете съезжать, кауцион вам вернут. Ну, посмотрим, друзья мои, не нужно загадывать наперед. Мы не знаем, что будет завтра, а тем более, что будет через год. Но, в принципе, да. Получается, нам в кредит дает деньги джоб-центр, сразу платит кауцион. На это нам сделали тоже отдельный договор. Ну, там одна бумажка, в принципе. Там, где указана сумма. И нас предупреждают о том, что ежемесячно потом с пособия у нас будет определенно списываться энная сумма денег. Ну, вот мое предположение, что это плюс-минус будет 50 евро. Вот оно и получается. 502 евро минус 60 за электричество. Я так понимаю, за одну персону, так как я смотрела лично свой договор. Туда же летит 50 евро ежемесячно кауцион, 40 евро интернет, в моем случае 125 евро еще плюсом кредит за мой шикарный телефончик. Господи, сколько мне там, 220 или 250 евро остается? Но ничего, друзья, буду держать вас в курсе своего экстремального выживания в Германии. Ну что, держим путь в джоб-центр, уже сниму вам отчет, когда выйду с лав джоб-центра. За кадром у нас осталось 20 минут. Мы все... Давай, я побеждаю! Мы все просто бежим в джоб-центр, так как он у нас, конечно же, работает до 12 дня. Пошли. Встречу в Вонунге нам назначили
на 11 по термину. Поэтому мы бежим. Бежи, бегом в джоб-центр. Потому что джоб-центр закроется по времени. А если мы зайдем туда даже за 15-10 минут, то они будут вынуждены нас пустить. Вот он нас, красавчик. Джоб-центр. А Лесечка, давай бегать. Очень-очень полезно. Так, ребята, вышли мы из джоб-центра. Можете нас поздравлять. Вот сзади Олеся и Алена там. Девочка, ну давайте быстрее, не плетиться. У нас все получилось, все, мы подписали, кауцион нам одобрили, все круто, классно. Сказали, что эту 1400 евро нам просто разобьют напополам, мы будем платить по 750. В общем, сумма 750 на каждого человека, на одну персону. Ну, все, как я говорила, по 50 евро будут вычисляться каждый месяц из социальной выплаты. Знаете, вот иду, записываю вам это видео, и вот мне одна женщина там, я выставляла видео там, где мы поехали, устроили такой классный девичник, и я сказала, что там в наше свободное время, вот на джоб-центр, в наше свободное время мы поехали, знаете, она так удивилась, она типа... Вы же беженцы, вы днями ничего не делаете. А разве у вас есть там не свободное время? Вот, мои дорогие, родные, близкие. Смотрите, я проснулась, позанималась своими делами, выгулила собачку, покушала. И сразу же мы на 10 часов, ну там 10-11, ну там 10-30 пусть, мы бежим в Вонунг. Это я вам расскажу просто один день. Мы бежим в Вонунг, заполняемся там-сям все документы, берем контракт в зубы и, пожалуйста, до 12 мы как белки в колесе бежим в джоб-центр, потому что надо все это отнести в джоб-центр, заполнить вот это бумаги на цей же кауцион, но я об этом вам уже рассказываю 5 минут этого видео. И потом мы все это сделали на часах вот начала первого, и мы как белки в колесе просто сейчас будем бежать домой, прыгать на велосипеды и ехать сегодня в Тафель, так как у нас сегодня по расписанию еще и получение продуктов. Поэтому, друзья, потому что у нас очень активная жизнь. Если вы думаете, что беженцы там лежат дома, нога на ногу, ничего не делают, друзья, вы очень сильно ошибаетесь. Начиная от вот этих всяких юридических дел, да, ну, не ежедневных, но очень насыщена жизнь, посещение разных организаций, структур в Германии, и заканчивая своими бытовыми делами. Друзья, поверьте, у меня лично действительно особо свободного времени нету. Иногда я так запариваюсь, что не успеваю видео записать. Понимаете, в чем дело? Вот даже сейчас я видео буду выставлять с задержкой. Поэтому не думайте, что если мы беженцы, то у нас очень много свободного времени. Нет, нам также нужно скооперироваться с девчонками, чтобы поехать и отдохнуть, да, в том же самом кафе, в том же самом ресторанчику. Ну, нужно решить, куда там, на кого оставить детей, моего любимого Леонардика, собачку. Поэтому, пожалуйста, не стоит недооценивать чужую жизнь. Следите лучше, каждый зритель, за своей жизнью. И поверьте, у беженцев очень-очень-очень насыщенная жизнь. И это, друзья, с тем учетом, что мы еще не ходим на курсы, мы просто стоим на очереди. Я представляю, что будет, когда добавится вот плюс Олесин садик и еще плюс... Дай бог, в октябре месяце нам уже сказали радостную новость, что возможно, ну там большая вероятность, что будет еще один в октябре месяце набор, еще один набор на курс изучения немецкого языка. Боже, я счастлива, я с радостью пойду учить немецкий язык, потому что учить их самостоятельно по видеороликах, ну, там, das ist ein Hund, Guten Tag, там Schönen Abend и Heiße Violetta, знаете? Их воне in Schwerin. Ну, что-то типа такого, да, понимаете сами. Хочется уже как бы изучать немецкий
от носителя, да, а не просто в YouTube роликах. Короче, вы сами все поняли, меня смотрят взрослые, адекватные люди. Поэтому, друзья, можете нас поздравить. Также нам дали бумаги для заполнения на мебель, да, на обустройство квартиры. Но уже видео и так очень такое большое получилось. Еще нужно снять отдельное видео вам, тафель, разбор продуктов, да, что мне дадут. И, конечно же, у меня вот второе видео висит, видеосъемка, нужно снять, как правильно заполнять документы на мебель, что предлагается. Следите за моей жизнью. Благодарю всех за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. По традиции я желаю всем мира, добра и света. Вот чего желает всем вам Виолетта. До новых встреч, друзья! Чуууу!